Я хотел бы, чтобы какие-то параметры ситуации охарактеризовал Юрий Вольфович. Как вы понимаете вот все эти новые реальности, которые сложились в связи с, так сказать, ну, тем, что, так сказать, нам подарили американцы? Что это такое представляет собой академически, так сказать, монотонно? Вот ощущается ли в хоть каком-то виде эта перспектива вот с точки зрения сугубо такой аналитической прагматики? Потому что все, что я буду говорить, все-таки в значительной степени будет основываться на какой-то такой интуиции и игровых ходах. А что там находится в самом теле этого предмета? Тот документ, который сейчас вышел и который все очень бурно обсуждают, это, по сути, первый пристрелочный документ, который выпущен во исполнение закона, подписанного в прошлом году, 2 августа, а сначала в очень жесткой форме принятого обеими палатами американского Конгресса, причем так, что ни Трамп, ни кто-то другой не может уклониться от этого исполнения закона. Так вот, этот закон – это развернутая программа выстраивания, накопления разного рода санкций в самых разных сферах, ориентированных прежде всего на Россию. Хотя в законе указаны некие другие страны, но он совершенно явно ориентирован на Россию. И некие другие страны, а две стороны – Корея, Северный Иран. Да. Но, в этом законе три документа, они должны быть выпущены Министерством финансов Соединенных Штатов. Причем это, хочу подчеркнуть, не сугубо экономическое ведомство. Эксперты считают, что финансовая разведка – это чуть ли не самая мощная и осведомленная разведывательная структура, спецструктура в Соединенных Штатах. Так вот, то, что сейчас выпущено, это некий пристрелочный документ, который представляет собой список тех людей, которые могут быть первоочередными адресатами санкций. Ничего более. То есть это еще не санкции, а это пристрелочный документ для рассмотрения. В этом документе есть какая-то секретная часть, в которой, возможно, есть какая-то конкретизация, но, тем не менее, мы о ней не знаем, а вот то, что изложено, то, что предъявлено и опубликовано, оно не вызывает ощущения какого-то достаточно серьезно и внимательно выстроенного документа. Там есть просто грубые ляпы, вплоть до включения в список людей уже покойных или людей давно вышедших или ушедших из политики или из коммерческой деятельности. Там есть люди, которые попадают в список по случайному принципу. Но, тем не менее, этот пристрелочный документ достаточно обширный. В нем есть госслужащие в большом объеме, включая практически весь состав правительства России. В нем есть довольно много административных фигур высокого ранга. В нем есть большой список бизнесменов. Хотя критики говорят ехидно, что похоже, что его просто списали из прошлогоднего рейтинга Forbes по российской части. Пока это вот такой документ. Уже в феврале, то есть в этом месяце, должен быть представлен следующий документ, на сей раз по другому закону. По закону, который подписал Обама в конце марта, 20-го, по-моему, марта 2014 года, грубо говоря, о противодействии российской агрессии на Украине. По нему предпринимаются секторальные санкции против отраслей российской промышленности. В первую очередь оборонная промышленность и компании, связанные с оборонкой. Далее будет документ, который должен конкретизировать уже после рассмотрения вот этого первичного списка санкции, которые будут предприниматься конкретно против фигур и компаний.
Далее должен быть документ, в котором целенаправленно описывается и доказывается коррупционная и иная незаконная деятельность российских фигур на внутреннем и на мировом рынке. И там уже отсюда следуют непосредственные криминальные обвинения, то есть уголовка. Далее будут два документа, которые находятся под контролем и в ответственности лично президента Трампа. В одном из них определяется, грубо говоря, контроль за средствами массовой информации российскими, а также связанными с Россией, и противодействие этим средствам информации. В другом гастеповском документе ставится вопрос о санкциях и поддержке неправительственных организаций, то есть НКО, в тех странах, которые могут стать адресатами санкций, работе с этими НКО, обеспечении грантами, отчетности о эффективности этой работы и так далее. Ну и ряд из этих документов – это не разовые документы, как вот этот список, который мы сейчас обсуждали, а это документы регулярные, ежегодные. То есть уже изначально, например, по списку, который касается рассмотрения криминальной, коррупционной и иной деятельности, должен быть ежегодный отчет, ежегодное решение о принимаемых дальнейших санкционных мерах. Ряд этих документов предусматривает анализ любых в мире, в любых странах, корпораций, банков и так далее, которые ведут деятельность с Россией в сферах, подлежащих санкциям. То есть, грубо говоря, он глобально интернационализирует давление на Россию с точки зрения ее возможностей работать с любыми зарубежными контрагентами. И повторяю, ряд этих документов именно сделаны как ежегодные. То есть, грубо говоря, эта игра затевается всерьез и надолго, санкционная, и она будет, скорее всего, вести, если все это будет исполняться, совершенно по всему полю, то есть в экономике, в политике, в средствах массовой информации. Да, еще я упустил следующий документ, который будет уже внесен в этот закон, который касается анализа вмешательства России в демократические, в том числе выборные процессы в Соединенных Штатах и в других странах мира, и объединение всех стран для противодействия такому вмешательству, а также санкции против России за факты такого вмешательства. То есть все это давление по всему полю. В частности, представитель Соединенных Штатов сказал, что мы уже применяем санкции против стран и корпораций в мире, которые сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом, и мы уже таким образом предотвратили контракты по продаже России, российского вооружения в другие страны на сумму несколько миллиардов долларов. У меня первый вопрос, да? Который, мне кажется, наиболее существенный. А что кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь, американцы, по каким-то спискам или по другим, в какой-нибудь стране мира брали подряд телефонный справочник, например, администрации, или фактически подряд правительства, да, какой-нибудь страны, и заявляли, что все эти люди входят в токсичный список? В какой стране мира это было? Вот американцы существуют несколько столетий. В течение, по крайней мере, почти уже одного столетия они занимают правящее положение. В Иране был список всех чиновников иранского правительства и там управления президентского аппарата, которые все становятся токсичными за небольшим вычетом. Вот кто-нибудь такой список когда-нибудь, где-нибудь делал? Да, я пытался найти информацию, есть ли подобные прецеденты где-нибудь, в том числе в политике Соединенных Штатов. Я таких прецедентов не нашел. Санкции они применяли во многих странах, но всегда это были санкции точечные против некоторых фигур, некоторых компаний. Так, чтобы списком по
повально там все правительство или вся верхушка бизнес-сообщества, правильно? Ничего подобного не было. Если это я правильно понимаю, вся администрация полностью, ну просто по принципу списка, включая Кузнецову там какую-то, вообще непонятно кого, да? Вот сколько можно, вот всех подряд. Как мне представляется, это произошло первый раз в истории отношений Америки к какой-нибудь державе мира. Ну и чего? Теперь что они говорят? По телевидению, там, неважно, в официальных выступлениях. Что это типа Трампкина грамота, да, Филькина грамота, да? Что они там сказали, какой-то список токсичный, нетоксичный, а что из этого следует? Ничего не следует, это никакие не санкции, извините. Так не бывает. Ну так просто не бывает. Каждый балаган, а современная политика в 21 веке, это, конечно, балаган. Это не то, что было там где-нибудь в 50-е и 60-е годы 20 века. Это балаган. Но каждый балаган имеет свои рамки. Они внесли список, они говорят, что это такая Брежневская СССР, так вот они будут дальше медленно этот список пережевывать. Что значит, что они его будут пережевывать? Это значит, что так или иначе значительная часть людей, которые в него внесена, имеют какие-нибудь, предположим, счета в Америке, да? И они вообще говорят, что все. Что они проверили, у всех все есть. Проверили они, не проверили, что, врут они, не врут, это не важно. Но то, что многие, да, значит, дальше это давление по счетам и по, так сказать, персонам, включая родственников. Да, у них есть секретная часть. В этой секретной части, про которую Путин сказал, там еще какие-то звездочки, не звездочки, что-то еще. Там вообще уже семьи, дальние родственники, какие-нибудь связи и так далее. То есть там не просто вот это огромное количество людей. Там в 10 раз больше. Создана некая совершенно беспрецедентная штучка. Абсолютно беспрецедентная в истории, так сказать, Америки и мира. Но к этому можно как-то отнестись. Вот. Или я, так сказать, сам сошел с ума, или сошли с ума те, кто говорят, ништяк, прорвемся. Куда прорвемся? Этот закон, он включает в себя три страны. Да? Северную Корею, Иран и Россию. Большая часть посвящена России. Совершенно понятно и всеми сказано, что поскольку Россия огромное ядерное оружие, и вообще это совершенно другая страна, это не Иран и не Северная Корея, да? То главный враг России, в России объявлена врагом номер один. Ядерным и прочее. Поскольку враг ядерный, и никто не хочет ядерной войны, по крайней мере, из тех, кто понимает, что это такое, да, то в связи с этим, говорит, стратегия удушения. Стратегия удушения должна быть построена на чем-то, на чем сейчас разберем. Но это стратегия, так сказать, вот этого удушения. Она носит беспрецедентный характер. Внутри нее есть вещи, оскорбительные уже, с моей точки зрения, до предела, хотя опять можно сказать, подумаешь, и что, и было. Значит, там нет людей. Я ничего про них не хочу сказать плохого, там Чубайс, Греф, Набиуллина. Это какие-то люди более-менее либеральной ориентации, которые, так сказать, они почему-то... Так эти люди теперь, сидя на заседаниях правительства, будут работать вместе? Ну вот как это должно быть, вот чисто практически? Сидят вместе люди, одни, большинство, включая Медведева, в списке, меньшинство не в списке. Любое заседание, там, кабинет министров, и что ведь это стратегические проблемы под соответствующим грифом идущие. Они будут обсуждать вместе, а эти несколько человек, которые не вошли в этот список, они что скажут? Слава Богу, что не вошли? Как это должно быть практически? Ну, это же государство. Ну, это команда та или иная, ну, это какие-то нормы жизни. Мы там вместе, так сказать, бросаем вызов там, по какому-то ювенальному полю, так сказать, там, не знаю чему, европейским, так сказать, советам ювенальным. Там, на Медведева, Шишова включают список запрещенных людей, меня нет. Я что-то должен сказать. Но я, неважно, вот сказать, вы такие-то и такие-то, то значит, что мы все выступаем единым фронтом, что, ну, что-то я должен сказать, иначе что получается? Что я кого-то там вывожу вперед, какая-то команда, это, даже по самым тупым вариантам, это уже не команда. Что по этому способу скажет Набиуллина, как бы, не завидуете, или какая разница, или слава Богу, что меня не ввели, надо умно себя вести. Что должны сказать люди?
Но они что-то должны сказать, теперь говорят, они не должны ничего сказать, и они ничего не скажут. Но вот это соответствующий распад, соответствующий маразм с собой знаменует. Ситуация, с которой, ну, я убежден, что подавляющая часть здесь находящихся это-то как раз наблюдала, со Сванидзе и Шевченко. Ну, мы все видели, что ничего, как бы, что эта непрерывная эскалация слов, там, мерзавец, она пришла к тому, что человек, значит, сказал, что был бы ты ближе, я бы тебя навернул. Тот говорит, да я и так сижу рядом, наворачивай. Тот пошел, значит, с ума великого, да, да. А что, помимо того прочего, Максим Леонардович, есть его чувство собственного достоинства, там, он, так сказать, свое представление, так сказать, о мужском достоинстве, потому что это резкий человек, очень спортивный, так сказать, специально подготовленный и так далее, и тому подобное. Но помимо всего этого, он никогда не скрывал, что он в Совете там, по правам человека защищает права там, исламского населения в существенной степени. Не скажу, что только, да, он там и влево, в силах и везде, но он никогда себя не отъединял от этой части нашего единого сообщества. Да? Ну, понятно, что любая мягкость поведения человека, который связывает себя с этими слоями и каким-то способом хочет по отношению к ним сохранять минимальную авторитетность, означает полную потерю лица. Да и в любой части общества, но тем более в той части общества, которая достаточно жестко настроена по отношению к подобного рода теме мужского достоинства и его нарушения с помощью физических действий. Да? Так что он должен сделать? Подошел человек в эфире и его липанул по физиономии. Что он должен сделать? Он применяет, там, скажем, там, пятую часть своих спортивных возможностей, после чего господин Сванидзе оказывается временно находящимся на полу и не нокаутированным, так сказать, всерьез, но находящимся в состоянии где-то рядом с нокдауном. Да? Дальше что? Теперь, значит, это все произошло. Народ это страстно обсуждает. Он нас любит простые ситуации. Да? Мы сильно все опростились. И обсуждает, так навернул, не так, сколько ударов, правильно ли навернул, надо ли было еще как-то навернуть. Это все. Мы при этом перестаем понимать главное, что это члены президентского совета по правам человека. Это члены совета одного по правам человека. И что все-таки они же не барышню не поделили, у них же возник бокс на идеологических основаниях, конкретно связанных с вопросами сталинизма. Да? Это члены одного совета, одной команды. Разве это не знаменует собой самым примитивным образом? Ну, просто фатальный раскол этой команды, ну и фатальный, не буду говорить, но члены одной команды, не члены нашей российской элиты, да, из разных ее сегментов, консервативного и либерального, а члены одной команды, входящей в одной список, они выясняют друг с другом отношения методом, так сказать, простых физических действий. Это что такое? Если это брать не по принципу, правильно ли навернул, сказать, достаточно ли резко, и хорошо ли, что бил по корпусу, а не в скулу, как у нас любят в интернете обсуждать, да? Не с боксерской терминологией или копашного боя, перевести это на политическую терминологию. Это же означает собой раскол, который уже никак нельзя назвать мягким. Его нельзя назвать мягким. В конце программы «Исторический процесс» температура уже поднялась тогда до той степени, что было ясно, что вот еще два шага, и больше ничего не остается делать. Да? Там уже просто такое беснование. Да? Ну, я в одностороннем порядке сказал, что я в этом жанре участвовать не буду. Да? Я не хочу подменять свою способность к интеллектуальному фехтованию своей способности вести рукопашный бой. Не хочу получать с этого профессиональные призы. Я к этому специально не готовлюсь. Поэтому странный переход жанра. Это же, когда жанр меняется, это значит, что мы уже не разговариваем. Все, мы перестали обладать способностью разговаривать. Да?
Но это же происходит в пределах одной команды. Сегодня это происходит в пределах, так сказать, предположим, этого. А завтра ювенальная тема приведет к тому, что два, так сказать, представителя одной и той же команды вцепятся друг другу в волосы, так сказать, под телекамеру. Или что еще? Разве это не является, пусть мягким, пусть частным, все симптомом какого-то совершенно другой глубины, так сказать, кризисности? При этом я обращаю внимание, ну там и этот Песков об этом сказал, но, так сказать, это справедливо, что речь идет о людях, тем не менее, с многолетним опытом дискуссии на телевидении. Шевченко вел программы соответствующие, да? Это не два вспыльчивых человека, это люди, которые прекрасно знают, как им держать себя в неких рамках. И никогда не позволят себе с этих рамок выйти, если не возникает некой необходимости. Так в чем необходимость-то? Что произошло? Принята абсолютно мягкая стратегия выборной кампании, согласно которой ставка сделана на обывателя, у нас все хорошо, так сказать, никакого гражданского столкновения быть не может, так сказать, там, если Навальный куда-нибудь ходит, то навстречу ему выходят, там, не знаю, люди с шариками, реконструкторы, кто-то говорит, не мешайте нам отдыхать, и так далее, и тому подобное, и вообще мы все заняты, так сказать, стратегией малых дел, да? Я могу при этом сказать, что, конечно, у Навального вышло гораздо меньше людей, чем должно выходить, но поскольку вышли по всей стране, и это, я думаю, все-таки порядка 7-8-9 тысяч, то это совсем не маленькое ядро по отношению к чему-то, что может быть быстро развернуто. Оно, во-первых, может быть перемещено, во-вторых, развернуто. Это все зависит от ситуации. Да? Но плевать 10 раз на этого Навального и на все остальное, говорю, дадут ему массовку, будет массовка, не дадут, не будет. Не в этом же дело. Дело в американцах. Это чудовищный закон, не имеющий прецедентов в американской истории, в котором, конечно, на первом и абсолютном месте находится Россия, да? Принят, я буду говорить там, 98 голосами Сената против двух, которые проголосовали против, 98-2, и 419, по-моему, вот мне написано, членов Конгресса против трех, там что-то, да? Вот это главное обстоятельство, все хотят вывести за скобки. Закон принят абсолютно подавляющим количеством людей. Это консолидированное мнение всей американской элиты, двухпартийной. Там нет группы, которая против него. Там написаны чудовищные вещи, которые должны быть выполнены. Они взяли за жабры этого Трампа, сказали, что он не имеет права этот закон не принять, да? Американская представительная власть выступила против президента. Это еще один раскол. Фактически. Но смысл заключается в том, это сказала вся элита. Трампы приходят, уходят, элита остается. И нет ни одного симптома того, что американский народ выходит из-под контроля этой элиты. Она его достаточно крепко держит за жабры. Значит, это приняла Америка. Америка в достаточной степени как бы влияет на Европу. Что принято? Принята возможность написать подряд всех, кто является представителем государственной власти, в некий токсичный список. А теперь сами думайте, что это означает. Будем вас арестовывать, не будем. И добавить к этому огромному списку еще больший список, секретный. Мы даже вам не говорим, кого мы выявили, кого не выявили. Мы вот, когда приедете, тогда узнаете. Это отношение... Это что за отношения-то между двумя государствами? Я сильно утрирую, и на самом деле вопрос, конечно, гораздо мягче. Но чтобы просто политически разъяснить, ну как бы в чем состоит дело, это два человека, которые сидят ли они в одной команде или нет, они понимают, что как только эта ситуация развернется в достаточной степени, один из них, конкретно Сванидзе, будет сажать другого Шевченко. Или там будет происходить наоборот в определенной ситуации. Это уже несовместимо. Это перестает быть совместимым. Но это же касается не только двух данных людей,
подчеркиваю еще раз, достаточно сдержанных и достаточно опытных с точки зрения телевизионной работы в эфире, понимающих, что это, мгновенно просчитывающих последствия. Если они могут это делать, значит, они почему-то понимают, что это будет одобрено. Я имею в виду здесь не Шевченко, который уже был в обязаловке, да? Он мог думать там по корпусу, в скулу, куда там, в нос. А Сванидзе, который встает и наносит удар, который вполне мог его не нанести, он понимает, что это правильно, что он не потеряет очки. А как это может быть? Это что собой означает? Значит, теперь... Дальше. Хорошо, этот список какой-то там Трампкинограмма, ну вот Юрий Юрьевич говорит, это будет одно действие за другим. Это только начало машины. Все будет конкретизировано, все будет выяснено, все будет обосновано. Они говорят, что на их территории находится триллион токсичных русских денег. Триллион долларов. Что, как я понимаю, означает, что они хотят этот триллион хапнуть. Что резко повысит позиции Соединенных Штатов, да? И что им нужны основания для великого ограбления. Что проблема здесь заключается в том, что эти новые русские вывезли гигантские деньги, да, из страны, разместили их в своих там каких-то западных банках и так далее, и в этом смысле правильные пацаны, они правильно поступили, они привезли это туда, да? Это хорошо. Но они же держат у себя, а это плохо. Поэтому первая часть операции – это когда собака охотничья плывет за уткой, которую подстрелил хозяин, считай, 10 миллиардов долларов, берет ее в зубы и выплывает из того озера, в котором эта утка упала после выстрела хозяина. А вторая часть проблемы, что собака же не должна есть эту утку. Она должна принести хозяину, она щипит, может быть, он кинет косточки, может, нет. Но если эта собака убежит и начнет жрать сама эту утку, то она как бы преступный элемент. Теперь эти новые русские, оборзев окончательно, они считают, что если они этих уток принесли на Запад и положили в банки, да, то они их утки. А хозяин-то считает, что это его утки, он их пристрелил в ходе так называемой победы в холодной войне и так далее, он дальше с ними работает. Это проблема триллиона долларов. Готовится великое ограбление, как одна из частей этой операции. Конечно же, главное не это, но поскольку Трамп бизнесмен и все прочее, то почему бы нет? И это будет делаться в первый такт, во второй мы остановили 2 миллиарда военных заказов, мы остановили 10 миллиардов военных заказов, мы остановили это, мы остановили это. Возникает главный принципиальный вопрос. Если это произошло в такой степени, в таком масштабе и с такими последствиями, то почему на это нет никакой реакции? Потому что все то, что происходит, не есть реакция. Они хотят реакции, а эти говорят, а мы не реагируем. Потому что в построении российского государства и российского общества после краха Советского Союза в течение всего следующего периода действует принцип, согласно которому это государство является приспособительным государством приспособления. Оно не просто капиталистическое государство, оно государство приспособления к мировой капиталистической системе. А это общество, есть общество приспособления к мировой капиталистической системе. Это определенный тип государства и общества. Они приспособительны по своей сути. Это элита приспособления, государство приспособления, общество приспособления. Говорить, что единственное, что произошло, что было социалистическое, стало капиталистическое, неправильно. Конечно, стало. Но дальше возник вопрос. Есть мировая система капитализма. А как вы в нее войдете? А мы в нее войдем, как все. И будем в ней жить, как все.
Но так же не бывает. Или точнее, все время говорилось, что рано или поздно так не будет. Теперь возникла новая абсолютная реальность, согласно которой, так сказать, вот эта элита государства приспособления и общества приспособления огрызнулась, считая, что это огрызание там, в Крыму прежде всего, отчасти на Донбассе, безусловно, там в Осетии, что эти все огрызания, они в итоге не помешают приспособительности, что у них возникнет единая система, внутри которой все будет выстроено так, что они будут огрызаться в рамках приспособительности. Вот здесь. А точно непонятно, где находятся ни рамки, ни докуда можно огрызаться. И у них этот номер соседей прошел. Они огрызнулись. Вели до Искании, довели их до Тбилиси, там понятно, да? И так далее и тому подобное. Побуцкали этого Саакашвили чуть-чуть, да, он поел галстук, все прочее. Мир взвыл, они сказали геноцид осетинского народа, показали какие-то данные, или начали тяни толкай туда-сюда, и они решили, что все это войдет в систему, при которых они по-прежнему будут здесь, в пределах рамок вот этих приспособительных. Но огрызание есть. Приспособительное огрызание. Была при Козыреве приспособительная покорность. Все, легли под американцев, проиграли в холодной войне. Если все приспособительная покорность, да? И это долго, так сказать, достаточно идет. Ну и скажем, ну что долго? 3 года. Там уже Ельцин начинает огрызаться понемножку уже в 96-м году. Да? Дальше это больше. Но все равно это все приспособительная покорность. А потом оказалось, что это все входит в эпоху приспособительного огрызания. Конечно, в ответ на понятно что, сейчас я скажу об этом, но огрызание-то есть. Это первая постсоветская стадия, а это вторая постсоветская стадия. И в Осетии это сошло. Они оказались в рамках приспособительности. И они решили твердо, что в Крыму это тоже сойдет. А оказалось, что это выскакивает глубоко за рамки приспособительности. Это вне рамок, вот это вот здесь. Потом еще что-то там дополнительно развелось на Донбассе, это отдельный вопрос, но главный-то вот здесь. Потому что Крым – это не Кавказ, да? Это типа Европа. Это стратегический объект военно-морского флота. Это стратегическая позиция на Черном море. Черное море не грязная лужа, а, как сказать, база подлета к Ближнему Востоку. Ближний Восток, Большой Ближний Восток, ключевой регион мира. Мы подкрепили это Черное море Сирией. Впервые в истории России мы получили базу на Средиземном море. Нам ее обещали, Сталину обещали после Второй мировой войны, но ее же не дали. А тут дали, вот она есть. Да? Больше она, меньше, но она есть. Значит, они вышли вот сюда, да? И было сказано, я говорю достаточно крупными фигурами, было сказано, что холодной войны не будет, нам это пообещало руководство, понятно, да? Вот мы это сделаем, но ее не будет и так далее и тому подобное. Теперь мы читаем доклад этого Американского совета по международным отношениям. Это не теневое правительство мира, ничто, но это очень большой финтенк.
очень большой, капитальный, связанный с Четом Хаусом. Это значительная часть вот интеллектуального обеспечения мировой политики. Они там прямо говорят «холодная война», уже все сказано, это мы не говорим, они уже все сказали. И никакой, если раньше была партия разрядки и партия мировой холодной войны, то теперь партии разрядки нет. За счет чего мы существовали там, разруливая что-то во Вьетнаме, в частности? За счет того, что была огромная группа против участия Соединенных Штатов в войне во Вьетнаме. За счет этого удавалось каким-то способом, так сказать, там чем-то рулить. Чем там можно рулить в условиях, что там ничего нет, там есть отдельные люди. Но там два и там три человека, ну там 5-7 человек во всей представительной власти против. На 500. Процента одного нет. Тех, кто... Значит, это консолидированное мнение. Значит, за эту штуку вышли, теперь говорят, эй, вы вернитесь назад. Мы вас простим, вернись, я все прощу. А куда они могут вернуться? Они не хотят сдать Крым. У них есть ретивое, они вполне себе чувствуют собственную крутизну, и они совершенно не хотят. Но даже если бы они хотели его сдать, они же понимают, что как только они его сдают, я подчеркиваю, они этого не хотят, но как только они его сдают, летит вся пирамида власти. Или Совет Федерации, который это принял, Дума, Единая Россия, партия регионов, коммунисты, которые поддержали, Жириновский тоже, да, там, все инстанции, там, включая там, конституционные суды и все прочее, это вся пирамида сносится. А что там остается-то? Это что, Навальный диктатор всея Руси? Он что, будет удерживать здесь Русь? Это распад страны. Бандеровцы нужны для того, чтобы воевать с Россией. А русские какие-то навальнята для чего нужны? Чтобы развалить и забыть. Значит, это возвращение невозможно. Кроме того, это же не... Русский народ 1989 года, мечтающий о капитализме и считающий, что на Западе рай земной. Это народ, который всего уже вкусил, вполне себе развернулся в патриотическую сторону. Значит, только пикнуть про это, да? И любой патриотический лидер, выдвигающий себя в виде альтернативы, побеждает, да, всю эту власть. Все, она мгновенно рейтинг получает там с 70 до нуля. Она этого не хочет, да? Она этого не может, да, и она теряет функции власти, как только она это сделает. Значит, то, что они требуют, нереализуемо. Они требуют капитуляции, которую уже надо подписывать с другими. Не Сталин, Жуков, Рокоссовский, Молотов должны подписывать капитуляцию. Кто-то должен подписывать, Власов, я не знаю, кто-то другой. Значит, ситуация в этом смысле критическая. Абсолютно. Какие выборы? Выборы – мелкий эпизод на этом рельефе. Это все произошло уже в июле месяце, когда это приняли две палаты, и уж точно 2 августа, когда Обама, то есть этот, Трамп это подписал, да? Никто никак не отреагировал вообще. Подумаешь, да что, да неизвестно, что будет. И они решили... И это главное, на чем держится приспособительность? Приспособительность держится на том же, на чем она держится, предположим, у Саудовской Аравии. Маленькая страна с большими деньгами, да, которая все время держится в фарватере там, Великобритании, Соединенных Штатов. Ну, там у них есть Мекка, Медина, там, неважно, есть много денег, но у них есть огромное количество коммуникаций с британской и американской элитой. Семейство Бен Ладена вывозили на личном самолете Буша после теракта 9-11. Просто личным самолетом. Потому что связи-то огромные. Посольство Саудовской Аравии, это сказать, значит очень много. Теперь либеральные и наиболее квалифицированные элиты нашей страны говорят, а почему бы нам, типа, не сделать то же самое, еще у нас есть ядерное оружие, и бог знает что. Почему бы нам этого не сделать?
У них такие-то и такие-то, такие-то шейхи имеют связь с такими-то и такими-то, так сказать, конгрессменами. А у нас, вон, Чубайс с Саммерсом, а какой Фридман с этим, а Потанин с тем, а этот там, а этот там. А у нас же есть еще и новая когорта, так сказать, которую все знают, так сказать, там друзья, как бы соратники и все остальное. Денег как грязи. Эти самые, это же не только деньги, это различного рода услуги, коммуникации, компания сюда и так далее и тому подобное. Живем мы как какой совок, умоляем. Это я цитирую, товарищи. При совке там попробуй там миллион долларов мобилизуй, чтобы с кем-то документы откуда-нибудь выкрасть. А тут вообще все, да. Проходной двор, гуляй не хочу. Поэтому, говорят либералы, которых называют сислибы, да, а также другие группы с приспособительностью, мы все разрулим. Ошибочки происходят тогда, когда какие-нибудь тупые или сонные товарищи вовремя не разруливают. А на самом деле все можно разрулить. Поэтому приспособительность и дольше века длится приспособительность. И не кончаются объятия. Мы так живем. Что надо говорить какой-то Кургинян? Он что, я каждый вторник с Саммерсом обедаю. Там, сказать, из какой-нибудь этой самой. Голдман Сакс. Мы все знаем. Они не железные феликсы, не фанатики определенных идей. Туда-сюда, глядишь, и договорились, чуть-чуть уступили, что-то они отъехали, и как-то вся эта каша, эта жизнь не живет. И они все время хотят сказать только одно, что эта жизнь будет продолжаться, во-первых, потому что она эффективна, и во-вторых, потому что ей нет альтернатив. Почему так хотят, так сказать, вот иммигранты, которые ненавидят все, что здесь происходит, чтобы сислибы ушли из правительства и вообще под зоны поддержки Путина. Почему они это хотят? Потому что они понимают, что после этого приспособительные механизмы резко, очень резко ослабнут. И тут у меня вот сейчас был разговор и, так сказать, по телевидению, там сразу говорят, там, неэффективные люди, непрофессионалы. Эффективные люди – те, кто решают проблемы. Для нашего, так сказать, истеблишмента, сформировавшегося в 90-е годы, главная задача – решать проблемы. Вася решает проблему? Решает. Значит, он эффективен, значит, он профессионален, значит, соответственно, соответствующие гонорары и поддержка. Петя не решает проблему. Вопрос не в том, насколько квалифицирован дворник, а вопрос, чистый ли двор. Да? А уж как, почему он стал чистым, это отдельный вопрос. Вот это арбитражный суд. Решили же проблему? Решили. У кого-то возникают вопросы, как именно? Понятно как. Договорились. Включили механизмы диалога. Современные механизмы диалога. Включили механизмы диалога, получили результат. Пока какие-то идиоты спали и ничего не делали вовремя, да? Не было результата, возник провал. А теперь включили механизмы, и возникает обратное движение. Да? Сейчас включим механизмы, вот в августе это подписал этот Трамп, да? Включим сейчас механизмы, и ничего не будет. И приспособительность продолжится. Так? Поэтому спим, занимаемся современной экономикой, так сказать, делим ресурсы, так сказать, отдаиваем эту корову под названием «Народное хозяйство Российской Федерации», каждый в свою сторону дергаем, все льется как надо, и плевать на америкосов, что с ними будет. А у них идет инерция. Сидят эти клерки, говорят, какое число? 28, надо что-то написать. А что? Теперь что пишут? Вопрос же не «что», а «кто пишет». Говорит,
там заколебали разбираться с этими русскими. Да? Такие, другие. Кто этих русских знает? Да? Илларионов знает? Знает. Ходорковский знает? Знает. Кто еще знает? Эти. Собрался штаб из русских эмигрантов, который знает Васю, Петю и так далее, и имеет особое желание на них написать соответствующую телегу. Они собрали доносы, да? Подумали, не круто ли будет. Взяли там какой-то список форм, чтобы не ошибиться, и какую-то соорудили какую-то Филькину грамоту в виде вот этого списка, да, хамского. Теперь они должны к нему создать новый список, потом еще список, потом все равно разобраться, потом дальше двинуться. Это процесс без тормозов. В ходе этого процесса приспособители говорят, а сейчас мы зайдем. Да? И вот из этого списка окажется кто-то выведен. А звездочка будет сменена на ползвездочки. А здесь делают еще что-нибудь. Да? Цена вопроса там от 100 миллионов долларов до 2 миллиардов. Да? Сколько, как, в какой форме предложили мзду, так это все и будет. Но там же тоже есть люди, у которых есть деньги. И, как ни странно, не меньше, чем у нас. И там тоже есть какие-то интересы. И они тоже понимают, что Раша, если ее взять за жабры, это приз тоже в триллионы. И, наконец, они понимают, что если эта Раша будет вот так себя вести, то они теряют капитализацию, они не хозяин мира. Это праздник непослушания. Должно быть сильным образом, так сказать, на это отвечено. Как ответить, непонятно. Пока сидит Трамп, они могут разобраться между собой, как-то и не с руки. Но уже пора начинать. Взяли, приняли этот закон, так сказать, в августе подписали, начали ждать 6 месяцев. Через 6 месяцев вот взяли, все это кинули. Но это же действительно серьезнейший вопрос. Страна слаба. Находится в размягченном состоянии, полностью лишена союзников, деидеологизирована, да? Если можно приспосабливаться, то пусть они приспосабливаются. В чем проблема? Они там не то что фундаментально сдают национальный интерес, они их чуть-чуть туда-сюда, говорю, они Крым не отдадут, они будут там вертеться, да? Уолкер был какой? Зверюга. Ну, зверюгу чем-то смягчили, да? Зверюга уже говорит, что, блин, можно поставить, как Путин хочет, там, но потом их куда-нибудь приближать. И нет, потом будет суп с котом. Порошенко не может начать принимать там законы о децентрализации, потому что тогда децентрализируется все. Рада это не подпишет. Поэтому сначала поставим там, а потом подождем еще пару лет, что будет делать там этот самый Порошенко. Или его уже не будет, и будем иметь дело с кем-то еще. Юлия это тоже аппетитно, вполне как-нибудь там. Так получится в итоге, что мы останемся при своих и как-то договоримся. Это не умеют делать люди прямолинейные, простые. Это делают люди, привыкшие во всем всегда договариваться. Как они договаривались, неважно, с московским мэром или где-нибудь там в Красноярске, так они договариваются и здесь. У них есть при полном отсутствии стратегического мышления и так далее, у них это тактический ситуационный рефлекс. Разбирательство современным способом. Он очень сильно развит, они гибки, талантливы, эффективны на этот счет, они знают, как это делать. У них просто ноги, руки привыкли, там не только голова, так сказать, в правильном ключе, без ошибок. Там. Ну, бывают ошибки, но тогда кто-нибудь садится. А в основном все безошибочно. И говорят, разберемся. Но в том-то и беда, что на самом деле
приспособление с огрызаниями исчерпано. Этот закон, этот список и все остальное говорят о том, что надо переходить на какое-то поле, да, стратегической автономности. А это страшно мучительный переход. Это самый мучительный переход в истории России на протяжении огромного количества времени. Непонятно, как это делать. Во-первых, непонятно, что это такое по существу. А во-вторых, непонятно, как преодолеть сопротивление групп, для которых приспособительность это и квалификация, и деньги, и способ существования. Чубайса может проклинать вся страна, но пока речь идет о приспособительности, он король. Потому что потом надо съездить, улыбнуться, сказать: «Джек, Джон, типа сюда, сюда, и все будет, какие у тебя интересы». Это кто-то должен делать. Теперь в стратегической автономности это делать не надо. А зачем тогда вся эта группа? У нее вся функция договариваться. Если Алексеева уже не договорная, а токсичная, зачем нужна Алексеева? Почему вместо какой-то капризной возрастной женщины не поставить своего там полковника или генерала, который прямо объяснит, что такое права человека? Он про это, как бы, ссылаясь на устав сухопутных войск, да? И все будет. Ну и лучше, что детку-то это держать? Ее надо держать, если она договорная, да? Тогда пусть она там и время от времени нас сдержанно проклинает, а потом что-то делать. А в противном случае смысл-то какой? Значит, вся эта группа понимает, что эта приспособительность, да, она есть их единственная капитализация. Они никому без нее не нужны. Они нужны потому, что там, вот проклятый, вот он там разрушил Нана, и разрушил там Фима, и разрушил Пима, ну все разрушил, гад такой и так далее. Все сказали: гад, 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 народ ненавидит. Потом он пришел и сказал: вот тут надо съездить, да, и поговорить. Ну, давайте я съезжу. А кто съездит? Это ваше бревно в погонах, оно же ничего не принесет. А я принесу. В самом деле, Иван Иванович, ты не... Гад, он меня назвал бревном. Спокойно, Иван Иванович, ну, они такие люди, да, мы их знаем, так сказать, они там протокол сионских мудрецов читали, все с ними понятно, но наш парень пусть поезжает. Он поедет и, так сказать, что-нибудь там начнет рулить. Это гигантская империя приспособительности, это аппарат, деньги, люди, философия. Теперь как это все демонтировать? Вот уже очевидно, что это все не так. Но это же все по принципу верую, потому что нелепо. Да? И что? Это же символ веры, а не рациональный факт. Откуда вы знаете? А я к нему съезжу, занесу столько-то, и тут будет лучше. Да? А вы тут нам сейчас навяжете всю эту холодную войну. Значит, на самом деле, все, что происходит сейчас, это конец этой эпохи приспособления, состоявшей из двух фаз. Она состояла из фазы приспособительной покорности и фазы приспособительного огрызания. Вот эти две фазы завершены, все. И отсюда все, что мы переживаем, усталость, вот какая-то неопределенность, ну, как бы, кому нужны определенные фигуры, занимающиеся внутренней политикой, если это не приспособительность, да? Для этого дела существуют другие люди, они скажут другие слова, там, я-то боюсь, что эти люди это все быстро поставят, как бы, в положение опрокидывания, и все это кончится. Но это отдельный вопрос, это другой вопрос, кто это может сделать, а кто это просто перевернет машину.
Но в любом случае, если все переходит в стратегическую автономность, надо определить, что это за стратегическая автономность. Это что, так сказать, какой-то интегральный строй Глазьева? Это какая-то конвергенция социализма и капитализма? Это какой-то новый социализм? Это феодализм? Там, что это все такое? Какая здесь база? Но никакая здесь база не возникнет, и этот проблема не будет придан политический вес, пока вот эта группа стоит в той позиции, в которой она стоит. Потому что она не позволит этому состояться. Какой нам нужен спорт? Значит, что такое был советский спорт? Третьяк, неважно, там, этот вот Харламов там, или кто его еще. Это были люди, которые служили в армии как бы и получали каким-то погоны, неважно, лейтенантские, капитанские, с выслуга лет, тыр-пыр, да? Или там Спартак, торговли какие-то не работали, якобы. На самом деле они только гоняли шайбу, естественно. И когда приходило время, они либо шли на тренерскую работу, если хватало, либо им давали какое-нибудь, так сказать, место, пенсию, очень хорошую квартиру, какие-нибудь еще там призы, и поскольку там были чеки иностранные, там, как, знаете, да, это же я ничего плохого не хочу сказать, спортсмены спрашивают, ты, говорит, в какой стране был? Да не помню, да. Он купил пиджак, смотрит, какая у него там этикетка. В этом же не было только того, что его ничто не интересует, кроме этикетки. Это было то, что он пахал в этом каком-то лагере под каким-нибудь городом. Потом ему быстро дали какие-то бабки. Он побежал в магазин, а через 30 минут надо было уже чемодан собирать и ехать сюда. Да? Это была достаточно аскетичная жизнь. У спортсменов она всегда аскетичная. Потому что они все пашут, да? В отличие от некоторых других. Значит, но она была вот совершенно такая. Куда он мог убежать? Он мог там остаться, так сказать, и заявить, что он как бы плюет на Советский Союз, а семья, а все остальное. Да? А в конечном итоге и ценности у него были другие. И вообще он знал, что будет у него в конце этого пути. Будет какой-нибудь орден, может быть, даже что-то большее, будет квартира, дача, машина, и будет какая-то приличная пенсия. Все. Народная любовь. Все. Что это такое теперь в определенных видах спорта? Говорит, как повезло нашему Васе. Наш Вася будет играть в НХЛ, Национальной хоккейной лиге Канады, в Монреаль Канадиенс. Кем? Ну, под наш Вася, нападающий в Монреаль Канадиенс. А сколько у него гонорар? Тихо. 2 миллиона долларов в год. А почему не 4? У того 4. Говорят, обещают 4. Вася, как тебе повезло. Ты наш настоящий патриот. Лучше тебя не бывает. А еще у нас есть Али Ахмуд Бен Али, который приехал из Марокко играть за честь российского футбола. А сколько у него гонорар? А кто тренер? Тренер итальянец. А куда сейчас уедет этот наш футболист? А он уедет, не знаю, в какую-нибудь итальянскую команду, так сказать, и будет там играть. А сколько у него гонорар? Это люди, гуляющие по миру, с колоссальными экономическими возможностями по отношению к советскому периоду. Это не миллиардеры, но это очень богатые люди. И им говорят, вот так и надо жить. Теперь им сказали, вот так и надо жить, да? Они так живут, они к этому привыкли. Что для них такое Олимпиада? Это часть их бизнеса. Они должны получать премии, у них идет капитализация по времени, да? Они же, там сказать, не вечные машины. Они там к 35 годам уже, так сказать, должны выйти из этой игры. Им надо набирать очки. У них репутация, репутация – это гонорары, и они таким образом ездят. Теперь внутри такого способа существования вдруг говорится, вот такого спорта, такого существования страны по модели вот этого приспособления, открытой вхождения и всего. Говорится, Вася, а ты не езди. Говорит, почему? Потому что нас обидели. Говорит, кто нас обидел? Это такой-то и такой-то, вместо того, чтобы сделать то-то и то-то, сделал прямо обратное и сел задом в лужу, и из-за этого я должен лишиться всего. А вы что, не сошли ли с ума? Что с ними надо сделать?
что с ними можно сделать? Он же говорит, не поезжайте, а мы поедем. А я вам приказываю не ехать, а мы поедем. И что будет? Будете гоняться по миру с автоматами за нами? Что будете делать-то? Позориться на весь мир? Поэтому, конечно, сказано, поезжайте, поезжайте. Но это же не только от необходимости. Это и понятно, это часть элиты, это интернациональные дела. У Васи бизнес, у Пети бизнес, у них свой бизнес, у них свой. Мы взаимно все это уважаем. Это способ жить. Это способ жить всей высшей спортивной лиги. Вы мне скажите, что надо сделать-то? Это надо изменить этот способ? Как? Как его менять? Значит, всю эту группу высших достижений, да, нужно куда-то сбросить в сторону. А что вместо этого? Взять детдомовцев, так они же быстро на эти генералы также западут. Значит, нужно сказать, что у нас теперь другая страна, в которой спорт есть часть нашего государства, да, неявная, скажем, и в которых, так сказать, по каким-то причинам черта с два так сделаешь. Что это значит? Это вернуться к советскому спорту, к советскому государству, к советскому принципу разграничения системы и всего остального. А как к нему вернуться? Всех перестрелять и создать новую опцию. Но это же общество уже такое. Значит, а общество перевоспитать? За сколько лет? На какой основе? Что делать с интернетом? Закрыть. Все. Северная Корея. Я не говорю, что Северная Корея – это плохо, чтобы понимали. В отличие от многих, я считаю, что Северная Корея – это хорошо. И ничего плохого в Северной Корее не вижу. Сказки все, что она там такая вся нищая, не нищая, она, уверяю вас, будет развиваться очень быстро. И скоро это кончится объединением, так сказать, двух Корей на основе, так сказать, Северной Кореи, после чего она введет умеренную рыночную систему и начнет лететь там быстрее Вьетнама наверх, гораздо быстрее. Поэтому эта Корея еще будет сильнее России, там, между прочим, в совокупности населения такой же, как у нас. Ну, в принципе, такого же типа. Да? Я не к тому, что так нельзя, я просто это же нельзя сделать автоматически, с нуля вот так, раз, два. Значит, это спорт. Теперь в науке то же самое. А я остаюсь и с тобой, родная моя страна. Иван Иванович уехал в Стэнфорд. Наш Иван Иванович поехал в Стэнфорд ведущим профессором. А сколько гонорар? Все, кто раньше уехали, сейчас контролируют русскую геофизику. Кауфман контролирует. Я знаю, что такое геофизика. Он уехал раньше всех из СССР в 70-е годы. Теперь он приехал в Шлюмберже. Он и есть главный по геофизике. Не те идиоты, профессора, которые тут остались, а он. Он слинял, он главный. Не знаю, он жив еще, он был главным от Шлюмберже. А что вы хотите делать? А вот эти компании, которые приплетены, а капитализация, а все прочее. Это же все каким-то образом надо как-то куда-то разруливать. А образование за границей? На передаче сидит товарищ такого интеллигентного вида, господин точнее, и говорит, ну что мои дети будут, это же просто сумасшедший дом, мои дети не могут получать здесь образование, здесь отвратительное образование. Во-первых, это не так, да? Во-вторых, вот сам этот принцип, да, он же что означает? Он же не означает просто, что он предпочитает, чтобы дети получали образование в Англии. Он говорит о том, что здесь образование дерьмо, слышите, да? Полное дерьмо, больше у него основания меньше. А там оно perfect, отличное. Теперь его ребенок приезжает с perfect сюда. Он как относится ко всем остальным? Как к людям, получившим дерьмовое образование, то есть к варварам, непросвещенным варварам. Что надо делать с непросвещенными варварами? Их надо топтать. Если у старшего поколения еще, так сказать, есть какая-то память о там, детских садиках, октябрятах, пионерах, комсомольцах, то этих ничего нет. Они сюда приезжают как оккупанты.
Это не ситуация. Вон я поучился, тут поучился, заехал туда, расплевался, вернулся обратно в Россию. Это же не эта ситуация. Посмотрел, где лучше. Это ситуация. Я заранее, аксиоматически, на 1000% знаю, что там образование на 3 порядка лучше, чем здесь. И я получил его там. Значит, я и есть тамократ. Человек, который правит именем Оксфорда. Это не мексиканский революционер, который кончил Сорбонну, приехал революцию сюда делать. Это человек, который знает, что там все в 1000 раз лучше. И говорит об этом яростно, фанатически, страстно. Что это политически сулит? Совершенно понятно. Значит, что, это тоже надо убрать? А еще что надо убрать? Что останется? Мне скажут справедливо, что останется 99% населения, которые никуда не ездят, ничего не делают. Но они же не есть, это элита, которая держит его на поводу и которая соответствующим способом себя ведет. Это уже следующий разговор, чтобы это население когда-то как-то организовалось. Как спокойно Сванидзе смотрел, когда он проигрывал, предположим, 90-10. Потому что понимал, что такое 10%. 10% от там, 90% более-менее эффективного – это 9 миллионов. Ему вот так хватит. Ему 1 миллиона хватит для того, чтобы жить и всех учить жить. Ему совершенно не нужно для этого иметь 85-90. Это большинство ничего не значит. Ну, на выборах, да, там как-то. А потом все. Оно неорганизуемо, оно не мобилизационно, оно само не знает, чего хочет, оно развалено, оно не концентрировано в крупных городах по-настоящему и так далее и тому подобное. Значит, непонятно что. Значит, как эту приспособительность-то завершить? Значит, завершать-то ее будут американцы? Вот когда американцы заявят, что на арест первым кандидатом является Чубайс, это начинается другая жизнь, понимаете? А рано или поздно они это заявят. Вот эта приспособительность, которая кончилась, будет вращаться как угодно здесь до тех пор, пока это вращение не остановят извне. Потому что тут тормоза нет. Тут господствует группа, которая хочет приспособиться. И никто не понимает, что делать за рамками приспособления. А что вот мы вышли за них, вот за эти рамки? Куда мы вышли? Что мы здесь делаем? Что мы здесь строим? Возвращаем совок? Ну, он рухнул. Ну, он рухнул же. Значит, снова возвратим, снова рухнет. Что делаем? Мягкий вариант, так сказать, муссолинивского фашизма? Монархию? Что делаем-то? И кто этот субъект, который это будет делать? Наступает, с моей точки зрения, абсолютно новая эпоха. И когда я говорил, что в 2017 году все начнет заканчиваться, то я, конечно, говоря это, знал, что это же человеческая реальность, это люди, а не бактерии и не атомы. Да? Тут не может быть научных законов, как в естественном мире. Тут действует человеческая воля. И вся моя воля будет положена на то, чтобы продлить эту жизнь, продлить ее со всей ее приспособительностью, потому что после краха коммунизма, вина за которой лежит полностью на коммунистической партии, полностью на ней, и на других секторах элиты, там военной, габистской, хозяйственной, на них лежит вина за все произошедшее. После этого страна оказалась на грани полного несуществования государства. И тогда встал вопрос, существование поганого государства или безгосударственности, что лучше? Что лучше, поганое или никакое? И тогда пришли ко мне и сказали, что Басаев же лучше, чем Чубайс. Я говорю, нет, извините, Басаев хуже Чубайса. И это был тогда выбор самых разных людей, в том числе тех ребят, которые воевали в Чечне и гибли там вполне жертвенно, отказываясь снять крест, да, терпя там настоящие мучения.
Когда тогдашний министр обороны Грачев впервые назвал Юшенкова либерала гаденышем? Когда он понял, что судьба его детей, его жены, всех связана с тем, будет ли русский солдат стрелять, или он бросит автомат. И если он бросит автомат, то к нему придут эти чеченцы и сдерут кожу живьем с его детей, жены и со всех остальных. Он когда это понял, он вдруг сказал: «Гаденыш, гаденыш этому!» Крик первый был. Система начала раскалываться. Значит, теперь какой-то раскол системы есть, но он абсолютно непропорционален. Либеральная узкая группа занимает до 98% позиций. И если кто-то думает, что генералы армии хотят отказаться от приспособления, то этот кто-то очень наивный человек. Это такое же бизнесовое сознание, такие же вкушенные все плоды от этого приспособительности, такие же жены, там, может быть, чуть-чуть другие, бывает, что попроще. Да? Не с такими наворотами, но в основном такие же. Если не жены, так дети. Есть малые группы, которые дети говорят отцам, что там, а я вот буду служить, и все. Он говорит, а как же деньги? Говорит, а плевать. Но это отдельный случай. Бизнес-элита, элита вот этого приспособления пронизывает все профессиональные страты. Хоть вам военно-промышленный комплекс, хоть вам армия, хоть вам правоохранительные органы, хоть вам бизнес. Везде это. Везде. Это не секториальная вещь. Может быть, конечно, это вот такая вот амеба, что в бизнесе это вот так, где-нибудь в силовых структурах это вот так, где-нибудь в правоохранительных органах это вот так, а где-то еще это вообще вот так. Да? Но это вот такая вот штука. Она куда денется? Это она принимает решение. Кому нужен этот Навальный или кто-нибудь еще? Никому он не нужен. Почему, кстати, с ним надо считаться или надо выдвигать Собчак? А потому что типа того, что вот мы вот лояльны к этому. А посмотрите на реальные права собственности в пределах главных либеральных компаний. Там отнюдь не либералы, там государство или государственные корпорации сидят в основе. Да? Что они не могут изменить курс вот так? И он говорит, надо, надо. Пусть эти либералы говорят. Мы же хотим приспособления. Пусть цветают все цветы. Мне говорят, что у американцев нет никакого пространства для конкуренции с русскими. Да? Там был коммунизм, Советский Союз, здесь нет. Я отвечаю, где базовое пространство? Базовое пространство называется Европа. Если русские продолжат развиваться в этом смысле вхождения, то рано или поздно они в эту Европу залезут прямо до кишок. А этого нельзя допустить. Американцы не могут этого допустить. Страшнее Европы зверя нет. И когда в 89-м году или даже в 88-м я говорил одному из представителей высшей американской элиты, что вы сейчас разрушите СССР и вместо этого получите русско-германский союз, это я говорил, если мы получим русско-германский союз, то будет ядерная война в Европе. Мне прямо это говорил. Потом говорю, а в какой газете мне выступить и сказать, что я за Советский Союз? Речь шла о советнике президента. И он выступил. Значит, американцы не могут не начать это все демонтировать. Наступил момент. Есть страшные вещи. Я говорил о них, ну, в разных коллективах, скажу еще раз с тем же примером, просто он очень яркий, да? Где-то в 80-е годы, уже перестройку, когда пищевых продуктов стало мало. Какой-то мой знакомый в каком-то из городов, типа Харькова, обзавелся случайно по блату очень большим количеством изюма, мешками изюма.
который, в принципе, вместо сахара очень даже ничего. А он все время ездил в командировки на несколько месяцев. Он засунул этот изюм под кровать, мешки, и уехал. А у него были немножко вот таких маленьких муравьев. Когда он приехал через два месяца, он увидел орду муравьев огромного размера, которые крутились вокруг этого изюма, как вокруг главного энергетического как бы, центра. Да? Никоим образом не сравнивая представителей великого китайского народа с муравьями, да? И глубоко уважая Китайскую Народную Республику, я должен сказать, что американцы понимают, что Сибирь – это такие мешки с изюмом. И если только эти мешки с изюмом окажутся в доступе, то замаршируют уже не сегодняшние, уже вполне могучие китайцы, а китайцы, умноженные на 10, и не будет в микроскоп видно никакой Америки. Поэтому, с одной стороны, очень хочется разделить Россию, а с другой стороны, что делать с изюмом? Это же сложный вопрос. Надо как-то так разделить, чтобы те не залезли. И никакой разницы тут китайцы, японцы или европейцы нет. Этот ресурс слишком велик для того, чтобы его отдать. А самим его контролировать – это гораздо труднее, чем любой Ирак, потому что как только сюда заедут натуральные американские soldiers, да, которые начнут тут говорить туда-сюда и комендатуры, русский народ проснется, на это нужно будет 24 часа. Этих, их будут убивать, тут будет веселый крик на лужайке, да, в ядерной стране. Поэтому они и с этим не понимают точно, что им делать. У них нет готовой стратегии. И они бы, может быть, этого и не делали, но уже обязаловка, все. Все началось. Им и хочется, и колется. Что с ними делать? Тогда им говорят, ясно что, вот где твой ресурс, вот он, вот, 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 вот. Вот пусть они сами, да, как говорил как бы в «Вокзале на двоих», так сказать, некий герой, которого играл Никита Михалков, быстренько, быстренько, сама, сама, сама. Так вот они пусть быстренько-быстренько сами-сами-сами уберут то, что нам мешает, и это что-то, конечно, называется Путин. Вот вы это уберите вместе с чем-нибудь, а мы дальше посмотрим, что с вами делать. Поэтому единственный намек вот этот, мы не знаем, мы вас боимся, мы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы это убралось к черту. И вы назад вернулись в эпоху покорного приспособления. С кем хотите. Нам плевать будет называться левая, правая, черти какой. Уберите это все. Поэтому весь смысл стратегии, ее цель вот тут. И что? И что? Надо в этом смысле сказать, что, так сказать, не знаю уж как там элита на уровне Сванидзе и Шевченко, но с точки зрения класса политического, вот политического класса, никакого такого раскола на приспособителей автономистов нет. Здесь не проведена четкая грань. Не сказана никакая, ни концепция, которая могла бы тут осуществляться, ни опорные силы, ничто. Этой грани нет. А поскольку весь класс находится в общем-то в воздухе этого вот приспособительства, да, то классу этому до какого-то момента говорилось, что Путин и решит ваши проблемы, он выступит посредником и договорится. Класс трусливый, вялый, апатичный, неумный, неволевой этот правящий класс нас, наша элита, он боится Путина, он ничего не хочет трогать, да? Там трое соберутся, каждый боится, что двое нанесут на третьего. Это все каша. Поэтому этот класс ничего особенного делать не хочет. Да? А здесь находится как бы лидер. Да? Но рано или поздно ему привнесут классовое сознание по принципу, что этот лидер является главным препятствием на пути приспособительности. И когда класс возьмут за те органы, которые, так сказать, там, какая-то спортсменка там очень сильно называла в связи с этими допинговыми скандалами, ну, как бы понятно, жизненно важные органы, тогда он наконец начнет думать. Он думает животом. И он начнет что-нибудь придумывать. Он будет либо бежать, либо рычать тем или иным образом.
И тогда возникнет вопрос, что должен делать лидер, когда весь правящий класс по существу против него, потому что. И эту конфигурацию восстанавливают. Были ли в истории человечества случаи, когда лидеры оказывались в подобной ситуации и принимали какие-то действия? Я считаю, что были. И что ненависть к определенным фигурам нашей истории как раз и связана с тем, что эти фигуры выступали врагами элиты, да? Когда Ивана Васильевича Грозного, да, так сказать, царя Ивана Васильевича, Ивана IV, да, обвиняют там Карамзин и кто угодно еще, какое он чудовище, то параллельно же с этим в народе поют, как во городе Белого Казани грозный царь пировал, да веселился, он татары бил нещадно, чтобы им было неповадно по Руси гулять. Там никак, там фольклор-то не засунулась, эта позиция, какой ужасный Грозный, это элитная позиция, да? Почему? Потому что он посягнул на элиту. Почему он в таком черном списке, что ему памятники не заставить? Потому что посягнул на элиту. Петр на нее посягнул мягче. И Сталин на нее посягнул. И сколько бы, Сванидзе и его присные не орали, как плох Сталин, мне понятно, что в основном он плох, потому что он на нее посягнул. На нее. Он начал заниматься ею. И это простить нельзя. Соответственно, вопрос возникает в том, что взаимоотношения конфликта между лидером и правящим классом несколько раз в истории кончались более или менее успешно, да, для страны в том случае, когда лидер начинал мягкую или жесткую, но какое-то выяснение отношений вот по этой схеме. Но я совершенно не убежден, что Владимир Владимирович Путин психологически готов перейти в этот формат жизни. По крайней мере, я знаю, что он будет упираться до последнего, чтобы в него не перейти. И то, что созданы некие институты, там, типа Росгвардии и так далее, и что они явно для чего-то созданы и так далее, и так далее, и что, в принципе, все это намекает на какую-нибудь там опричину и все прочее, да, это ведь не вопрос институтов. Это вопрос внутренней человеческой установки. Простите, в значительной степени, связанной не только с лучшими чертами, но и с худшими, жестокостью, например. Поэтому вот эта конфигурация зависает, а любые задержки с ней означают, что оформляется некая фронда, который прекрасно чувствует, что по-человечески лидер на ее стороне, он здесь. Это свои. А то, на что надо опереться, это чужие. И ценности вот здесь, это все правильно, хорошая, правильная жизнь, да? А здесь какая-то оголтелость. Когда фронда начинает хоть чуть-чуть, да, сюда вот приближаться и как бы, рычать, как на Болотной или где-то, ну как-нибудь на это чужое можно чуть-чуть опереться так совсем, и тут же обняться опять с этой фрондой, сказать, ну давайте жить дружно, ну в чем дело, что собственно такое, чего тебе не хватает, ну давай денежек еще дадим, депутатское место, ну успокойся. И эта музыка могла быть вечной. Путин осторожен. Мы сами не можем дать твердого ответа. А что такое это? Стратегическая автономность, переводя на практический язык 300 мер, которые все не взрывают, а каким-то способом позволяют всему этому существовать иначе. Что это такое? Но
Дело не в том, что Путин хочет жить так и жил бы так сколько угодно. А дело в том, что эта приспособительность кончается со стороны Запада. А конец приспособительности, услышьте меня, означает по сути, конец государства приспособления и общества приспособления. В тот момент, когда Запад заявил, что приспособления уже не будет, мы не примем ваших компромиссов, они нам не нужны. С этого момента существующее государство как государство приспособления и существующее общество как общество приспособления де-факто умерли. По содержанию они умерли. В 1917 году они умерли. Элита приспособления, государство приспособления и общество приспособления умерли в 2017 году, 2 августа, на момент подписания Трампом закона, или в конце июля, на момент, когда вся элита США подняла руку за то, чтобы эпоха приспособления кончилась. Они ее кончили в одностороннем порядке. Формально мы имеем государство этого типа. Этого типа общества, где спортсмены ездят, ученые ездят, там бизнесмены дружат, собственность находится где угодно, там, живут с двумя гражданствами там, и так далее и тому подобное, разговаривают на всех этих языках. Все это формально, институционально, крепко, как никогда, а содержательно оно закончилось в один момент отсюда. Все. Теперь начинается разрыв между формой и содержанием. А это страшный разрыв. Отсюда непонятка, стратегический хаос, отсутствие точного понимания, что за власть, странные люди, появляющиеся для того, чтобы чем-то разруливать. С одной стороны, все хотят договариваться. С другой стороны, количество ругательств в адрес США превышает количество ругательств во времена Сталинской или Брежневской Советского Союза раз в 100. Ругательств в 100 раз больше. Одновременно я сам ругал, говорю, давайте помиримся. И я вас еще обругаю. И опять давайте. Вы же понимаете? Не понимают, на чем мириться, что, как. А эти не хотят. Да, они боятся ядерной войны, боятся всего остального. Но они считают, что они это могут, так сказать, мягко удушать, используя вот это. Вот все это сообщество. Вот эту вот огромную по этим масштабам амебу. И что, вы считаете, что она не будет подключать к себе широкие свои общества? Будет. Что Ельцин-центр не может выходить на студентов или каких-нибудь там деток из среднеобеспеченных семей? Или если эти люди будут все время давать гранты, но на эти гранты никто не покусится? Эти гранты непомерные по отношению к тому, что предлагается государством. Да? И они, почему не во всем обществе, но в серьезных его группах есть критическое отношение к русской идентичности и очень позитивное к чеченской. Почему? Но это же факт. Выпадение из идентичности происходит не всюду, но происходит. Мы это наблюдаем. А потому что чечен – это статус. Это статус. Это значит, что тебя защитят, да? Во что-нибудь впишут, будут как-то тобой управлять, ты кому-то будешь нужен. А что такое русский с точки зрения статуса? Так вот, европейский грант – это статус. Это, может, небольшие деньги, но ты зашел в обойму, ты эти деньги получил, тебя и завтра похвалят. Потом тебе предоставят какое-нибудь положение, потом ты будешь еще что-нибудь, потом тебя похлопают по плечу, не какой-то там маргинал Кургинян, а Ельцин-центр, сама Наина Иосифовна Ельцина, или кто-нибудь еще приедет, какой-нибудь олигарх. Потом этот олигарх, проверив, что ты, так сказать, там то и другое сделал, кем-нибудь тебя сделает, не то чтобы чем-то особенным, но у тебя будет статус. А эти что тебе дадут? Дырку от бублика?
Места в «Единой России» заняты детками и чем-нибудь еще. Там, ты туда не прорвешься, вас много, мест мало. А что ты получишь? В глазах части русского общества, может быть, и небольшой. Я не считаю, что все общество разделяет эту позицию, но достаточно существенный. Достаточно молодежи, которая оказалась внизу и понимает, что внизу социальном ад, тезис прорваться не имеет ограничений. Там нету запрета на методы прорывания. Там вопрос только в том, чтобы прорваться. Покажите дорогу. И дорогу эту будут показывать западные гранты, все остальное, что с ними связано и так далее. А здесь никаких жестких мер не будет, потому что мы же в приспособлении находимся. Как нам вот сейчас жестко все подавить? А что сказать старшему брату? Что скажет Анатолий Борисович Чубайс своим собеседникам, если тут, о ужас, прольется кровь свободномыслящих людей? Уже говорить будет нечего. Вы же не имеете права это делать. Вы же хотите, чтобы я договаривался? Так вы сделайте так, чтобы все было тихо. Значит, это тут будет тихо. Тихо – это значит, что новые и новые группы, больше или меньше, будут сюда подруливать. И прекрасно понимать, что они не находятся в жестком списке людей, которых за это возьмут за горло, что у них будут крупные неприятности. Не будет у них ничего этого. Сахар будет, а то, что придется отъесть очень много дерьма, там, это не факт. Эпоха приспособления этому не способствует. Значит, это будет расти. Дети, новое поколение, вкусившее от радости западной жизни, собственности, будет говорить, а что, собственно, такое и зачем? Значит, эта штука будет клубиться. И они рассчитывают, американцы, на то, что само по себе клубление этой штуки, если это усиливать и усиливать, создаст очень крупные проблемы для лица номер один. И что в конечном счете класс отвернется, он даже не будет расколот, он просто отвернется. А когда класс отвернется, то это лицо не рискнет замахнуться на класс. Или будет на него замахиваться без внутреннего морального права. Потому что если ты все это ненавидишь по-настоящему, то есть право, и ты понимаешь, что это абсолютное зло. А если ты внутренне этому симпатизируешь, и вся проблема в том, что оно тебя за что-то ненавидит, то рука не так работает. Совершенно два разных типа существования. Значит, государство приспособления и общество приспособления умерли с этим американским законом, но они продолжают жить. Они продолжают институционально и элитно развиваться, пухнуть и все прочее. А значит, в какой-то момент это оформится уже не в виде отдельной драки между представителями одного совета, а более остро и более крупно. Это происходит на фоне самых разных мировых процессов. Никто не понимает до конца, чем завершится эта трамповская эпопея. Но все понимают, что внутри Соединенных Штатов существуют определенные группы, которые явным образом нацелены на то, чтобы трансформировать сам институт власти. Называет ли это кто-то глубоким государством или как-то еще? Но об этом пишут все больше и больше либеральные, в том числе профессора. У нас там-то либерализм не совсем такой, как у нас, да? Они говорят о том, что триллионные бюджеты темные, распределяются между спецслужбами, закрытыми армейскими группами и так далее, что они никому не подконтрольны, и что эта группа накапливает экономическую силу, консолидированность и желание изменить власть. И что внутри этого глубинного американского государства протягиваются нити к глобальному государству. Приводятся все более тревожные как бы, цифры, реальные, не маргиналами, а как бы Организация Объединенных Наций, ее комитетами и всем прочим. Бедности в Соединенных Штатах, Великобритании и других странах ядра системы. Кто-то называет цифру, что за пределами бедности 8-9%, а кто-то говорит 15-17%.
как посчитать. В любом случае, так сказать, все знают, что уже десятки тысяч смертей стариков – это так называемые холодные смерти. То есть денег на отопление в холодный сезон не хватает, его не включают на ночь, и ночью замерзают. И это уже тоже существует. Социальные льготы урезываются каждый раз. Существенная часть населения развитых стран живет на бесплатные продуктовые подачки. И это тоже факт. Неблагополучие общества нарастает, потому что как только крах СССР произошел, стало непонятно, что этих кормить-то? Что им какое-то общество потребления устраивать? И как его устраивать, если нарастает Китай? Меняется рельеф общества. И если говорить об этом и с точки зрения сути времени, как о чем-то самым главным и основном, то надо сказать, что у сути времени есть в этом смысле, с практической точки зрения, безумно короткий главный тезис. Суть времени согласна с Карлом Марксом в том, что капитализм ужасен, и что все, что описано в коммунистическом манифесте, это безусловная правда, а правда может еще хуже. И что он еще зубки свои покажет. И он сам по природе своей настолько хищен, что дальше некуда, и что в холодной воде эгоистического расчета утоплен весь человек. И кончено все. В конце концов, что такое, по большому счету, в России все эти ювенальные дела? Это не какие не ювенальные дела, это просто рынок детей, которыми надо торговать, и все. То есть ребенок тоже стал товаром, который можно экспроприировать, там, украсть, забрать. Да, это же все и есть он, это и есть капитализм. Но суть времени не согласна только в одном. Маркс считал, что ничего хуже капитализма быть не может, и что следом за сгущением тьмы этого капитализма сразу последует вот коммунизм. Выяснилось, что нечто хуже капитализма существует, и оно стремительно оформляется в мире, уничтожая все остатки гуманности и человечности в этом капитализме. Капитализм считал, что будет национальное государство, в котором будут свои программы защиты населения, свои правила формирования этого государства демократически, что внутри всего этого нужен будет сильный солдат, много сильных рабочих и так далее. Посткапитализм это отвергает. Ему не нужно национальное государство. Более того, все эти бомбардировки в Северной Африке, везде, это в конечном итоге тезис о том, что вот где хотят еще его построить, там мы и разрушаем. Кондолиза Райс еще при Буше-младшем сказала, что все наши враги теперешние – это наши вчерашние друзья, показав и на Израиле, и на все прочее. Да? Кстати, травля Трампа в Соединенных Штатах и травля Нетаньяху в Израиле – это одно и то же. Да? Это просто иступленная травля, которая не действует на население. Травят все газеты, вся масс-медиа, все, а на население не действует. Они считали, что она абсолютно пластична, а это не вполне так. Вот. Значит, соответственно, вот этот процесс как бы обнищания и всего прочего, он возник. А процесс демонтажа национальных государств, национальные государства стали врагами посткапитализма, возник. Семья крупная, такая христианская, или вообще какая бы то ни была, но очень такая все. Это же краеугольный камень буржуазного государства. Капитализм не мыслит себя вне такой семьи. Да? Энгельс, происхождение семьи, частной собственности государства. Да? Частная собственность, уже непонятно, что такое. Фонды, в которых максимальный пакет 2%, это частная собственность. Там экспроприация денег Кипра как прецедент, возможности экспроприации денег, так сказать, находившихся на частных счетах на Кипре. Это любое государство может так экспроприировать деньги. А где же священное право частной собственности? Где скандалы по этому поводу? Сгущается что-то другое. Для того, чтобы это изучить, нужны огромные усилия. Для того, чтобы объяснить этот типаж нового посткапиталистического монстра, очень напоминающего, конечно, зверя из апокалипсиса. Вот, ну, такого, конца времен. Но чтобы его реальные социальные характеристики выявить, описать спокойно, это нужно быть Карлом Марксом, это огромная теоретическая работа. Но в целом эти контуры видны. Тогда получается, что именно этот монстр
с его деривативами, с его какими-то глобальными схемами и неизвестно с чем. Он ненавидит капитализм. А капитализм превращается из нормального исторической формации в какой-то реликт, который обороняется в лице ли Трампа, Путина, там, или где-нибудь в Восточной Азии, или в лице Кумтиасада, или кого-то еще. Он находится в глубоко оборонительном как бы состоянии по отношению к этому посткапиталистическому монстру. Отсюда возникает вопрос, что если главный враг – этот посткапитализм, то тогда какие-то возможности объединения у сторонников некапиталистического, в том числе социалистического пути, то есть левых, с теми, кто отстаивает эти реликтовые буржуазные существования, существуют. У них есть общий враг. Что хорошего в Асаде? Ничего, кроме того, что его противники еще хуже. Что хорошего в Мубараке? Ничего, кроме того, что те, кто там стоят, еще хуже. Значит, возникает вопрос, который чутко улавливается в России некоторыми, не буду их называть, что, вообще-то говоря, возможен вариант этого соединения, этого посткапиталистического монстра со всей архаикой настоящей, исламским джихадом, там, исламским государством, чем угодно еще, да? Любыми язычниками, что можно соединиться вот так, да? Против вот этого капитализма, который приобретает реликтовый остаточный характер. Вот приобретает явно. И это и есть бои против консерваторов, против Путина, Нетаньяху, Трампа, Асада, кого угодно. Это единая схватка, в которой враги – это национально-буржуазное государство, национальный вот этот модерн, то есть какое-то развитие с опорой на этого государства, какая-то национальная консолидация крупных масс, национальная армия, да? Вот все это враги. А они же раньше были основой капитализма. Значит, возникает абсолютно новая диспозиция. Коммунизм проиграл, он остался на карте боевых действий, но он находится не в самой активной позиции, а боевые действия ведет реликтовый капитализм с посткапиталистической мразью вот этой, окончательной. Которая, конечно, цепляется за Соединенные Штаты как вот за этот глобальный фокус. Не как за национальное государство Трампа, а как за глобальный фокус. Это не просто конфликт либералов и консерваторов. Он был всегда, но у либералов-консерваторов был общий капиталистический консенсус. Они строили капитализм. Одни в основном на традиции развивали его, другие за счет прогресса. Чуть-чуть больше традиций, меньше прогресса. Чуть-чуть больше прогресса, меньше традиций. Слишком быстрые изменения. Как сказать, начинаем захлебываться в коллапсе. Слишком медленные, в стагнации. Вот мы вместе, тяни, толкай. Теперь они разошлись. Они смертельные враги. У них нет никакого консенсуса. Национальные ложи и Великий Восток – находятся в состоянии взаимной ненависти и взаимного уничтожения, потому что в одном случае идет ставка на посткапитализм, а в другом случае попытка отстоять какие-то остатки капитализма. Ликут и Авада находятся в состоянии непримиримой войны, республиканская либеральная и демократическая партия тоже. Мир перешел в новое состояние вот этого конфликта. Левые силы, безусловно, должны себя найти в этом. Но если они осмелятся присоединиться к посткапиталистической мрази и заявить, что они-то типа левые, но они вот за вот эту вот посткапиталистическую как бы прогулку к расчеловечиванию окончательному, то они просто предатели, и большинство из них, наверное, это сделает. Поэтому вопрос, кто этого не сделает, и как будет оформлен подобного рода альянс. Мы все время говорим о левоконсервативном альянсе, но мы же чуть не единственные в мире о нем говорим. И в сущности, вся стратегия наша, начиная с 2011 года, и есть эта левоконсервативная стратегия. А соединение сути времени на антивинальной теме с церковными группами представляет собой главный предмет ненависти для либералов, потому что вроде как левые эти консерваторы, вроде, так сказать, церковный консерватор не в восторге от этих левых, но как-то это между собой сколько-то
продолжается, и какие-то церковные группы подсоединяются к сути времени. Тут есть какие-то проблемы, так сказать, ну, хотя бы ситуационного диалога, который, возможно, не приобрел еще стратегический характер, но который существует. Если представить себе, что оформятся вот такие новые альянсы и оформится реальный образ для России стратегической автономности, да, то, может быть, вот эта элита расколется не на уровне отдельных людей, а более крупно. И тогда возникнет вопрос, что и здесь-то возможно на что-то там типа свое опереться, потому что совсем-то на какое-то племя молодое, незнакомое опираться ты не будешь, да и невозможно. Хватит ли решимости или нет? Я ставлю 85%, что не хватит, и лишь 15%, что хватит. Что это будет продолжаться и продолжаться, вот эта попытка приспособительности. Вот она очень напоминает ситуацию, увы, в бункерах, да, когда все постепенно схлопывается, а доносчики, то есть люди с докладами приходят и говорят, вот возник новый переговорщик в Швеции, вот возник новый канал в Италии, вот сейчас будет какое-нибудь оружие. Вот, да-да, давайте ничего не делать, ждать, да, а уже ждать-то ж чего? Процесс уже перезрел. Но 15% остается за то, что когда это сильно попрет под давлением американцев, ибо без этого давления он никуда не попрет, никогда. Это барахло, которое не способно переть. Но если оно сильно даванут, и оно попрет, то, возможно, ответ и будет, если будет база для этого ответа. Базой же для этого ответа, с моей точки зрения, является только стратегическая автономность и левоконсервативный альянс. Потому что мы без советского прошлого никуда не двинемся, мы не можем его ни абсолютизировать, ни отказываться от него. Мы должны двигаться. Если же все это не спасет нас от коллапса, да, то надо быть готовым, с моей точки зрения, к постколлапсическим, очень маловероятным сборкам. Коллапс приведет нас в отчаянное положение, ибо тут закрутятся над нашими городами американские вертолеты и все остальное, что с ними связано. Поэтому этому никоим образом нельзя способствовать. Но если оно, тем не менее, возобладает, то единственный малый шанс, который будет, это будет шанс на жесткую левую новую конструкцию без всяких попыток наладить какие-то отношения с какими-то другими крупными группами. Ибо эти группы будут находиться уже в состоянии тотального проигрыша. Они упустят свой исторический шанс, который у них сейчас высок, но они боятся и оформления, и автономизации, и всего остального. Они могли бы сформулировать сами свою программу, но пока что явным образом не хотят из не лучших традиций раболепия, которые существуют в этого рода как бы стратах, и которые всегда добавляются еще такое, а может быть, мы чего-то не знаем, а там сейчас такое будет, и так далее, и тому подобное. Вот эти все слагаемые безумно тормозят процесс. Завершая это, могу сказать, что с моей точки зрения черта под определенной эпохой приспособительности подведена совершенно не нами, мы могли длить ее вечно. Мы, я имею в виду, наша власть, да и другие группы тоже. А американцами, что конец приспособительности как эпохи означает конец содержательной жизни приспособительного государства и приспособительного общества, и что это вот разлитая в воздухе атмосфера тревоги, недоумения и какого-то ужаса, соединенного с желанием еще погулять и одновременно какой-то расслабухой, все это вместе вот имеет вот этот корень в себе. Да? Что в принципе, так сказать, сохранение институтов, которые вполне себе приспособительны, может породить очень сильные огноения и такое разбухание этой массы вдобавок. И что если это каким-то образом не перейдет в фазу стратегической автономности, то это кончится коллапсом, потому что приспособиться не удастся. По мне, так чем напрягать
мышцы очень слабого общества, лучше любая мягкая стратегия, самая щадящая и самая приспособительная, но для нее уже нет ресурса. Мы вступаем в зону огромных рисков, которые опять-таки требуют какой-то внутренней мобилизации. Я хочу продолжить вот этот тезис некой конкретизацией проблемного поля, в котором мы оказались в преддверии необходимости вот этой стратегической автономизации. Несколько раз в стратегических американских документах, не только вот в этом самом списке, было сказано, что мы, самое вежливое слово, которое было произнесено, соперник, то есть враг. И уже идет речь о, у меня такая аналогия с такой традиционной реалполитик, где оптика такая: гегемон, его сателлиты против враги и их сателлиты. Каждый вот в этой группе воюет, это осажденные крепости, вылазки, возвращение в осажденную крепость. Вот у меня такие вот аналогии возникают. Нас осаждают по всем правилам, до предела и со всех сторон. Надеяться на то, что надоест, пошутили, уйдут, нет, невозможно. Надеяться на то, что кого-нибудь определенным образом соблазнят. Никто не надеется, что уйдут. Трампу показали, что ты, конечно, склонен к соблазну, да. Но вот есть ограничения. То есть здесь уже коммерческая эпоха и, скажем так, зона коммерческих расчетов и прикидываний доходов и расходов, она уже ушла. Здесь уже вот кость в кость начинается. У меня такое твердое ощущение. Если говорить о том, где у нас более или менее сейчас вот благополучно, то есть на самом деле ведь холодная война действительно началась не сейчас. Она была все время, она была остро почувствована в момент приближения НАТО, вот в ситуации в Югославии, бомбардировки Югославии. Дальше была предъява, сделанная Путиным в Мюнхене, мюнхенская речь. Ребята, вы слишком нагло нас обманываете, вы слишком грубо играете в эту двойную игру, мы этого терпеть не будем. Последовал ответ, попытка провокации в Грузии, это уже была война совершенно точно, с соответствующим антуражем информационного лживого сопровождения. Просто я поразился. Тбилисские и грузинские танки идут на Цхинвал, CNN показывает, что это русские танки идут на Тбилиси. Вот. По всем каналам. Причем это не ошибка, это сознательная провокационная подмена ситуации. Дальше были попытки других цветных революций у нас. И до Крыма и Донбасса, то есть до Киевского переворота, уже все было примерно ясно. Нам уже все предъявили, что у нас игры вот в это самое отступление уже практически нет. Я не знаю, понимают ли здесь присутствующие, но мне кажется, что задача уже переведена в практическую плоскость. Да? Что сейчас вопрос заключается не в том, как мы здесь в нашем сообществе что-то обсуждаем, а в том, какова практическая система. Вот практическая система – что можно по этому поводу примерно сказать? Вот стремительное включение Украины и Грузии в НАТО приведет ли к русской реакции, так сказать, на обострение или не приведет? Понятно, что на пути включения Украины в НАТО есть большие препятствия, там внутренние конфликты на территории, понятно. Но вот вдруг среди этой политики возникает такой стремительный новый ход, да? Мы включаем в НАТО, мы подавили европейских противников, которых будет очень много, и включили это в НАТО на протяжении там 5 недель. Что делают русские? Они понимают, что если это включено в НАТО, то установки ракетные окажутся в Харькове и так далее через год. А ракетные установки в Харькове и других местах означают проигрыш без войны. Русские будут атаковать или нет? Но они войдут в Киев или не войдут? Вот простой вопрос. Я думаю, что сегодня прежде всего ответом
вот таким вот в течение там, 5 дней там, и недель поздно будет пить боржом. То есть в этой неготовности могут быть только панические отчаянные действия. Нужна осмысленная подготовка и просчет таких, в том числе, самых сумасшедших вариантов и вариантов реагирования. Если не будет такой вот подготовки, если не будет осмысления серьезного, то ответа адекватного найти нельзя будет. А для серьезного осмысления, прежде всего, власть должна, ну, на мой взгляд, поставить вопрос мобилизационного режима и готовности к мобилизации. Показать, что ситуация аховая, что риски с каждым днем нарастают, они не шуточные, от них не отмахнешься, и нужно готовиться к мобилизации. При этом надо понять, что вхождение в НАТО Украины и Грузии фактически лишает нас 95% стратегической безопасности оставшейся. Это точно, но у меня ощущение, что ну, я не верю, что они на этом переломят европейцев. Нет такой большой и длинной дубины, чтобы заставить европейцев это принять, раз. А второе, если этим запахнет, то ощетинится не только европейцы. Очень сильно ощетинится Китай. Думаю, что ощетинится и Индия. Теперь да. Финансовая система. Возможно ли какие-то действия американцев, которые быстро взорвут финансовую систему? Быстро взорвут, я думаю, что нет. Ключат от системы SWIFT, будут более медленные переводы, есть другие системы и все. Это неприятно, неудобно, привыкли 3 щелчками клавиш это делать, а сейчас будет с какими-то проблемами, но это не смертельно. То, что они заблокируют работу, то есть прямые инвестиции, американские и западные, на наш рынок, так у нас они очень небольшие инвестиции. Те, которые уже вложены в заводы, в железо, в бетон, их черта с два выведешь, а остальные, даже если вывести, они не такие большие. Если они попытаются заблокировать наши валютные резервы, номинированные в трешерис, в государственных казначейках Федеральной резервной системы, это будет довольно сильный удар, там их сейчас примерно 107 миллиардов долларов, но этот удар катастрофически подорвет доверие к Трампу и ФРС во всем мире. Японцы, которые совсем также не друзья Соединенных Штатов, и китайцы, которые совсем не друзья, зададут вопрос, а что будет с нашими триллионами долларов, если такое возможно? А все остальные, там по списку много кто, и в том числе из союзников или условных союзников Соединенных Штатов, сочтет, что если это возможно, значит, Америка перешла все границы, ей вообще ни в чем нельзя доверять. Это недобросовестный партнер, это бандит. Я думаю, что они на это не решатся. Гадить нам с международными торговыми и финансовыми связями они могут. То есть они как могут? Они вот этой самой системой санкций, которые, как они уже намекают, будут распространяться на экономических партнеров, торговых и финансовых российских компаний, они уже создают для наших контрагентов, с которыми Россия работает, определенный повышенный уровень риска. То есть если так он считал, ага, прибыль, надо, давайте заключать контракт, никого под санкции нету, то тут они будут чесать репу, ну а вдруг будут какие-то санкции против них, и я попаду под санкции, тогда никакой прибыли, одни убытки. Нафиг, нафиг. Вот это тоже неприятно, причем сейчас, в последнее время, уже достаточно обозначена тема и формат наших отношений с Китаем в экономической сфере, только бизнес, ничего личного. По дешевым ставкам кредиты нашим компаниям китайцы не дают. За цены на нефть и газ нашу совершенно отчаянно дерутся за каждый цент или за каждый юань и стараются не делать уступок. Продают нам оборудование, которое они по лицензиям освоили, станки, там другое электротехническое, радиоэлектронное оборудование – уже с оглядкой,
прямо говоря, что вот это мы продадим, а это не продадим. Здесь у нас лицензия неоконченная американская. Если мы его продадим, то мы можем лишиться лицензии. То есть разговор о том, что это наш стратегический экономический партнер, вести абсолютно нельзя. Это, скажем так, условный стратегический союзник по ряду направлений, в основном по той причине, что а) мы вместе с Китаем находимся в одном списке двух главных конкурентов мировых, о чем объявлено в последнее время много раз, и б) Китай крайне заинтересован в использовании нашей территории для единственно возможного для Китая проведения торговых коммуникаций, которые будут не зависеть от господства американского флота на морских коммуникациях. Сухопутный путь, вот этот, один пояс, один путь, без нас не вытанцовывается. Закавказье стрёмно, там легко взрывается, а через Казахстан и Россию на Европу это можно, это нормально. Без нас он здесь обойтись не может, разве что России вообще не будет. Но тогда здесь и порядка не будет, и путей не будет. То есть вот здесь мы только тактические партнеры, собратья по несчастью или по счастью, не знаю. С точки зрения порядка в подбрюшьях нашем и китайском, мы тоже стратегические здесь уже партнеры, они категорически. Там действительно очень мощное сепаратистское исламистское движение, уйгурское, оно уже набрало очень много сил, потому что несколько тысяч наиболее таких подготовленных боевиков уйгурских, они ушли, им помогли уйти, видимо, американцы из Ирака и Сирии туда. По крайней мере, они сейчас на северо-востоке Афганистана и, возможно, частично в Пакистане, но они готовы, и они туда инфильтруются, у них новые теракты. Они огромные деньги китайцы вложили в Синьцзян. На фоне этих небоскребов, замечательных там гипермаркетов, роскошных мостов, вот ходят такие люди, которые время от времени что-то очень сильно неприятно взрывают. Это есть. И они понимают, что сдерживать это нужно только вместе с Россией, потому что это слишком хорошо. А Трамп может начать торговую войну с Китаем? Сейчас нет. Если он действительно лет за 5-6 сумеет перенести базовое производство товаров первой необходимости в Америку, то тогда сможет, хотя сумеет ли он перенести, неясно. Сейчас объективно на американском рынке 80% товаров потребительского характера – это китайский импорт. Америка без него обойтись не сможет. Сейчас нет. Вот лет через 5, если его программа переноса реальных производственных мощностей в Штаты окажется успешной, то есть налоговая программа, программа инвестиций, инфраструктурное строительство, все это окажется успешным, тогда есть шанс. Сейчас нет. Нам назвали этот год, горький год, год наступления на нас американцев, годом Солженицына. Это сделала власть. Мы откликаемся на это всей душой и призываем рассмотреть совершенно объективно, очень точно и беспредельно корректно каждый элемент деятельности Александра Исаевича. Рассмотреть каждый его тезис и, например, как бы получить справки у профессионалов, строителей, можно ли класть блоки с помощью мастерка и раствора при температуре на улице больше минус 30 градусов без тепляков. Что будет с этим сооружением? Вот человек берет мастерок, как-то замешивает раствор, да, при температуре минус 28-32. Берется раствор, кладется и начинает строить блоки. Да? Вот мы хотим знать, какова будет судьба этого строительного сооружения. И достаточно ли был сумасшедшим Лаврентий Павлович Берия для того, чтобы осуществлять такие странные вещи. Или же у Александра Исаевича Солженицына произошло с памятью примерно то, что
когда-то издевательски и несправедливо говорили по поводу произведений Леонида Ильича Брежнева. Что-то с памятью с моей стало, все, что было не со мной, помню. Так вот, не стал ли Александр Исаевич уже на определенном этапе своей деятельности помнить, у него стало что-то с памятью, он стал помнить то, что было не с ним. Да? Мы не хотим никаких инсинуаций. Нас не интересует глубокая спецслужбистская проработка этой темы. Нас интересует каждое произведение, все образы, все тезисы и вся совокупная деятельность со всех точек зрения. И мы этим займемся, откликнувшись дружественно и братски на призыв сделать этот год годом Солженицына. Так давайте сделать! В чем же дело? Никакого негодования, никаких инсинуаций. Только правда, правда и правда полностью в соответствии с призывом Александра Исаевича по поводу того, что не должно быть ни капли лжи. Без лжи. Только на основе правды и объективной информации. И мы не хотим скандала. Мы хотим правильного отношения к году, который объявлен годом Солженицына. Мы откликаемся на этот призыв. Больше ничего. Результатом этого может быть продукт. Удастся ли сделать высококачественный продукт под названием, так сказать, условно, «Вся правда к столетию», да? Пусть этот продукт будет сделан. Я хочу пояснить один тезис. О 100 миллионах жертв со ссылкой на некоторые авторитеты, которые их насчитали. Знаете ли вы хотя бы, как эти авторитеты это считали? Они считали все жертвы плюс потери в следующих поколениях. С этой точки зрения самым чудовищным событием была Троянская война. Потому что много поколений. Да? И чем поколение старше, тем потери больше. Мне хотелось бы знать, этот принцип распространяется на все вещи, включая гражданскую войну в Соединенных Штатах, или только на нас? Давайте пообсуждаем горячие точки Солженицыноведения. Давайте, вняв призыву нашей власти, откликнемся на этот призыв и займемся этим абсолютно честно и беспредвзято. Я убежден, что картина будет потрясающая. Призываю к этому сторонников «Сути времени» официально от своего лица. Если результаты этого, мы получим массу непрофессиональных пасквилей на великого человека, мы эти пасквили не будем рассматривать. А если мы получим интересные, интеллигентные, объективные размышления неопровержимого характера, создающие для нас другое адекватный портрет, то я считаю, что это не только допустимо, но это является проявлением глубокого уважения к нашей литературе и нашей истории. Почему все должно быть так односторонне, и почему то должны быть какие-то вопли «я Солженицына не читал, но» то словословия, которые тоже очень часто связаны с тем, что никто ничего не читал. Да? Я считаю, что книга должна называться «Я Солженицына прочитал». Это ее условное название. Прочитал уважительно, спокойно, нормально и обнаружил следующее, без всякой предвзятости. Вот это, мне кажется, самым главным сейчас – найти эту непредвзятую, интеллигентную, умную ноту в том, что касается обсуждения этой темы. Без мордобоев, без экстремизмов, без восклицаний пустых, без криков об изменниках Родины, просто, объективно, фактически и спокойно. Уверяю вас, что материал будет очень яркий, а люди станут более интеллигентными, в чем в конечном итоге окончательное решение, принятое, например, двумя зимними школами «Сути времени». «Сути времени» говорят, идем в сторону формирования отряда гуманитарной интеллигенции. Формируйте! Мы поможем! Спасибо!